Подъезжаем к РТИ. Что здесь за 2 года изменилось? Ну, ничего, собственно говоря, не изменилось. Дома как стояли, так и стоят. Не заселили и не разрушили. Правда, народ ходит, куда-то идет. Наверное, там есть все-таки жилые здания. Нет производства, нет работы. А дорога хорошая. Дорога хорошая. То, что с края микрорайона, да? Показываем. Туда не поедем, там дорога разбитая. Достаточно будет здесь проехать. Вот жилой дом. В принципе, вот это жилой дом. И вот единственный дом заселили. Не все подъезды. Вон эти тарелки. И вон еще какой-то дом там внутри. Остались самые упорные, которым ехать некуда. А с этой стороны 9-этажки. Какие же они красивые были в свое время. И школа там есть. Кстати, школа работает. В прошлый раз к школе подъезжали, сейчас уже не будем. Вон она школа. По 8-10 учеников в классе, но учатся. Хоть какой-нибудь блокбастер бы сняли о временах тяжелых. А, извиняюсь, вот она школа, то, по-моему, детский сад был, или бывший детский сад. Вот она школа, нарядненькая. Дома устойчивы, не разрушишь их, ну и жить невозможно. Здесь живете, да? Нет, мы в Саране живем. А здесь что делаете? Мы с работы на заводе работаем. А, завод работает, да, РТИ, да, называется? Нет, технология. А, технология, РТИ там рядом, нет? Да, вот. РТИ вон туда, да, в сторонку чуть-чуть. Он работает, да? Ну, да, не все, но нет, какие-то одно, там, наверное. Только охрана. Охрана, то есть тоже закончили с заводом, да? Да, да, да. Ясно. А вы на автобусе отсюда ездите, да? Чем ездим, но он сломался автобус, и мы вот за им единичку ждем. Мы последние вышли, все уши. Да. Мы на кране работаем, Вот какая работа. Без вас не обойдешься. А здесь вот получается, люди-то уже не живут почти нигде. Мы там на химике в своих домах. А, в своих домах, да. Ну, а это заброшено, да? Вначале 9-й дом тоже люди живут, а так больше никто здесь не живет. Видишь, как все развалилось. Ну вот смотрим, прямо аж слезы катятся. Да, потому что раньше сюда приезжали, такой этот же поселочек был. Архитектура какая. Почти 5 микрорайонов. 5 микрорайонов? 5-й начал строиться, еще не достроились дома и все. То есть 1015 жителей минимум, да? Ладно, спасибо за информацию. Работайте пока сил. Записали вас, покажем, расскажем. О, про... Вы что?
в Одноклассниках смотрите. А, хорошо, спасибо. Всего хорошего. Побольше здоровья, работайте, пока нравится. Спасибо. А если нет, так пусть пенсия хорошая спасибо. Будет. Спасибо. До свидания. До свидания. Поселочка. Жилой поселок. Дома такие двухэтажные. Гаражи. Ну, когда свое хозяйство, ну и свое хозяйство. Свет сделали. Химик. Называется Химик. Поселок Химик. И улица Химик. Края поселка. Дороги идут в степь. Мне кажется, сюда если поехать до Пришахтинска доедем, до Узенки. Такое подозрение. Разворачиваемся. Не маленький поселок, и дома хорошие. Ну, это радует. Сено вон целый дом. Ух ты, а там еще и озеро внизу, да? От РТИ. Про дороги здесь хорошо не скажешь, но, по крайней мере, какой-то асфальт. В любом случае, не провалишься в грязь. Значит, этот поселок Химик называется. Выезжаем с северо-восточной части на поселок РТИ опять. Также здесь все разрушено. К сожалению. С этой стороны теперь солнце не в глаза, еще проедемся. Все гремит, все звенит, ну ладно. Надеюсь, по крайней мере, видеосъемки не сильно мешать будет. Печально видеосъемки. Действительно, голливудские или какие-нибудь фильмы снимай, здесь боевики. Взрывай, бегай, прыгай. Продолжаем наше движение. Деревья сажали люди, надеялись жить долго и счастливо. Но, увы. Ага, тут еще что-то собирают. Дрова. Для кого-то здесь есть работа.
Ах, мусор свозят. Дома разных проектов. Неоднотипные были. Вроде из поселочка выезжаем. Какое-то предприятие. Летекс. Что-то там есть. Ну а что, территория есть, земля есть. Электричество есть. Люди гуляли. Свадьбы играли. А вот еще один дом нашли. Который вроде как бы заселен. Сейчас проедем по двору. Ух ты. Есть народ, живет. В основном полностью. То есть его сохранили, и вот так вот он... Да, сами содержим. А где котельная? Да. Котельная где-то рядом, да? А? Котельная где? А туда дальше, вон тут разрушен дом. Там остался. Ну, это один дом получается, да, и все? Да, один. 8 подъездов. 8 подъездов? Ну, все заселены, да? Все. Ну, а на работу в Сарань куда-то, да? А? На работу в Сарань ездят, да? Я уже не работаю. Я знаю, что не работаете. Ездят, да. Молодежь-то ездит? В основном не работает. А, ну ясно. Ну хоть один дом здесь живой, я тоже думал, я ни одного. Я здесь работала убойка. А, понятно, понятно. Вот так люди живут. Котельную сделали, дома заселили. Еще раз расскажите. Своя котельная, своя насосная, да? Котельная своя в разбитом, который взорвался дом. А когда взорвался? Да. Как, недавно, что ли, или давно? Нет, давно уже. А, то есть вы это... Но тут у нас Свена, это... как правильно сказать? Не насосная, скважина. Скважина. Да. Воду качаете себе домой, это да? По микрорайону, да. По микрорайону, да? Мы отдельно от Сарани. То есть вы так, хутором отдельным живете, да? Хорошо живем, да. Хорошо живете? Вот это приятно слышать. Вот да, то это... Чужих у нас здесь мало. Ага. Это не страшно. Ну тепло здесь получается, вы же сами себя топите, да? Нет, ну котельная у нас. А, ну да. Вода есть, тепло есть, электричество тоже есть, да? Хорошо. Хоть так. Да, вот так нашли вполне жилой дом. С собственной котельной, скважиной. Все подъезды заселены. Люди живут, да еще радуются. Говорят, на той стороне, ну там увидели 1-2 домика. Говорят, еще есть парочку. Акимат как бы заселил их. Как бы ли конкретно заселил. Ну и новости, которые до них доходят. Хотя это, может, не новости, это просто разговоры. Говорят, китайцев сюда привезут, до 2-этажных домов вот эти вот дома сделают, и будет здесь китайский поселок. Ну вот, по крайней мере, так. Уголь вот есть. Ого! Дом будет отоплен. Котельная это у них здесь, мы проезжали. В общем, получается так.
РТИ не Голливуд, пусть китайцы живут тут. Все может быть.